Хей-йо! Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня наконец-таки укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И совсем недавно я присмотрела две части фильма «Семейки Адамс», который 90-го года и, по-моему, 92-го. Обалденно оказался фильм. Мне почему-то так понравился. Мне нравился он в детстве, но я помнила всего лишь отрывки этого фильма, и тут я решила его пересмотреть. Поэтому я пересмотрела этот фильм и поняла, что я же могу с вами разобрать заглавную тему «Семейки Адамс». И данную композицию мы с вами разберем при помощи таб. Но не стоит заранее уже переживать, я не умею читать их, что это такое. У меня есть целый видос на канале, обязательно его посмотри и возвращайся ко мне, если ты до сих пор не умеешь читать по табам. Но табы будут сегодня несложные, не переживай. Даже кто первый раз держит укулеле в руки, справится с ним. Но если что, весь раздачный материал, конечно же, в описании под этим роликом. Хорош болтать, бери инструмент в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле. И для начала давайте разберем вступление. Вступление у нас играется следующим образом. На момент, когда мы делаем щелчок, он указан в табах как X. Но кому сложно одновременно делать щелчок и играть, то вы можете просто ударять большим пальцем по корпусу, как делают сейчас. Вы можете играть... Или же... Теперь вступление медленно. Еще раз. Разбор на укулеле. Теперь разберем основную тему. Она играется следующим образом. Данную тему повторяем два раза подряд. Заметьте тот факт, что мы ставим на третий лад, на первую-вторую струну, полубаре. Что такое баре и вообще что такое полубаре, я также делала отдельный выпуск, обязательно посмотрите, сейчас появилась где-то тут подсказка. Так вот, мы ставим полубаре, чтобы нам было удобно, чем вот так вот не прыгать с одной стороны на другую, а сразу ставим полубаре. Отлично. И мизинцем мы дотягиваемся до седьмого лада. На самом деле тут расстояние не такое большое, вы справитесь, я уверена. Играем. Еще раз. Далее. Еще раз. Обратите на то, какими пальцами я играю. Еще раз, медленно. Отлично, соединим эти два такта. Потом у нас опять повторяется первый такт. Но концовка уже другая. Еще раз последний такт. Теперь соединим все эти четыре такта. Заново еще один раз. Вот все.
Ну вот все на сегодня. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк, написать в комментариях, все было ли бы тебе понятно, или просто хочешь сказать, что Дарья, ты такая молодец. Ну а если ты первый раз на моем канале, то обязательно подпишись на него, чтобы не пропускать новые ролики, ведь они до сих пор продолжают выходить 2 раза в неделю. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!